Добрый день, друзья. Мы находимся на стенде компании Triton. Александр Семенов сейчас расскажет о новинках и предложениях этого стенда. Стенд R1/6 у входа на выставку. Ребят, всем привет. Главные новинки – это новые крутейшие фридайверские костюмы. Вот парень уже снял с вешалки, одел и не хочет отдавать. Не смотрите на меня, он мне на два размера больше, к сожалению. Вот такие ребята стоят. А за ними спрятались самые крутые, самые технологичные, самые легкие ласты на рынке, которые вы только вот на дне выставки можете купить со скидкой в 20%, плюс тянуть лотерею, где можете выиграть дополнительную скидку, какие-нибудь крутые вещи, типа шапки, футболки, галоши для ласт, сумки. В общем, приходите, покупайте, смотрите, меряйте. Продукция того стоит, поверьте мне, шикарный неопрен, а лопасти – это отдельная тема, это надо слушать, это надо пробовать одевать и идти на охоту в них.